ногу на этом спектакле, я мог подвернуть ее и на улице. Вот. И поэтому, если правильно подходить к этому спектаклю, то все спектакли травмоопасные. Ну да, он более сложный, он более физически поставлен на более крепкого физического танцовщика. Но все же, если проходить с головой, то можно... Ну, если так думать, то можно вообще никакой спектакль не танцевать. Вот. А «Спартак» — это, я не считаю, что какой-то камень преткновения. Просто я еще раз повторяю, что надо просто тщательнее к нему готовиться. Основная сложность — это поддержки или... Нет, просто вот то на коленях сидишь, что прыгаешь, что девочку поднимаешь. Ты все очень интенсивно, вот эти прыжки подряд. Они на самом деле не сложные, просто ты их уже делаешь на очень уставшие ноги, и уже ноги не держат так, как когда ты свежий или когда там после более простой вариации. Вот. И поэтому просто тщательная подготовка, еще раз. Именно вот как, знаете, как атлет надо готовиться к этому спектаклю. Когда вы уже начали танцевать такой премьерский репертуар большом, вы все-таки думали про «Спартака» или примеривались к «Красу»? Потому что по тому набору партий, который у вас складывался, все-таки мне казалось больше в сторону «Краса», да. Но я вообще не думал ни про то, ни про другое, потому что мне казалось, что это спектакль танцуют на тот момент после 27 лет, потому что поставлено даже на Владимира Викторовича Васильева, который уже во второй части своей карьеры танцевал этот спектакль. И просто для него, мне казалось, нужно немножко повзрослеть. Но на самом деле это не так, потому что все же, мне кажется, вот если ты созрел внутренне и ты чувствуешь это, то нужно поскорее ходить в этот спектакль. Да, поначалу, может, это будет смешно. И я не знаю «Спартаков», который с первого раза был, вот первый спектакль был идеальным. Вот даже Владимир Викторович Васильев говорил, что Лиепа меня перетанцевал в этом спектакле. И этот спектакль, который требует времени, который требует взросления, и невозможно выйти в нем и сразу вот дать 100% результат. Он